Друзья, привет! С вами Костя Андреев, и сегодня научу вас делать канкан фуд джем. Естественно, вам придется сначала освоить обычный фуд джем. Если этот трюк уже не вызывает проблем, начинаем пробовать. Для начала надо понять, как заходить на канкан фуд джем. Примерьтесь пару раз на стол и начинайте переносить ногу через раму. Теперь начинайте ставить ногу на фуд джем. Главное, почувствуйте хороший упор. Есть небольшой секрет. Если слегка повернуть руль, то будет гораздо проще поставить ногу на колесо. Попросту рама перестанет мешать и не придется подсовывать ногу под раму. Пробуйте вставать все ближе к краю квотера. Первые сходы можно делать на дизастер. Это просто и безопасно. Осталось только подключить кармашек, наклон телом в квотер и хорошенько оттолкнуться внутрь квотера. Берите инерцию на сход прямо от заноса рамы, по принципу качельки. Кстати, если не получается или страшно перенести ногу на сходе, можно уехать прямо в канкан с одной ногой. Катайтесь, не разбивайтесь, удачи вам! Подписывайтесь на канал и не забывайте ставить лайки.